Дата проведения Третьего Всемирного конгресса гагаузов будет перенесена. Такое решение было принято в рамках заседания Оргкомитета по подготовке организации Всемирного конгресса. Учитывая, что ранее озвученная дата проведения конгресса 17-18 августа совпадает с активной фазой предвыборной кампании в Народное собрание Гагаузии, необходимо перенести проведение этого мероприятия на ноябрь месяц, чтобы создать максимально комфортные условия для участников, отметил заместитель Башкана Николай Стоянов. Мы когда назначали дату конгресса, предполагали, что к этому времени выборная кампания закончится, и уже новые депутаты скоро тоже будут участвовать. Сейчас у нас выборный период. Было предложение перенести Третий Всемирный конгресс на 2-3 ноября. 2 ноября это пятница, 3 суббота и 4, 1-7 ноября у нас день вина, чтобы желающие, кто будет иметь желание, могли остаться на третий день. Поставил я вопрос на голосование из присутствующих. Один человек воздержался, это представитель примарии муниципия Камрад. Все остальные проголосовали с предложением обратиться к нам, чтобы перенести конгресс на 2-3 ноября. Планируется приезд гостей из США, Бразилии, России, Турции и других стран. Поэтому дополнительно на перенос даты проведения конгресса повлиял такой момент, как высокий тариф на проезд и перелет участников Всемирного конгресса из-за рубежа. И когда мы проводим Всемирный конгресс гагаузов мира, то мы его проводим не столько для себя, сколько проводим для того, чтобы все живущие за пределами Гагаузии, в других странах, могли почувствовать свою сопричастность к своему, к своей государственности в составе Республики Молдова, чтобы они могли приехать. За предложение Оргкомитета о переносе даты проведения конгресса гагаузов на ноябрь месяц проголосовали все члены Исполнительного комитета Гагаузии. По словам Николая Стоянова, все, кто подал заявки на участие, будут своевременно проинформированы. Местом проведения остается город Камрад, однако Башкан не исключил, что многие населенные пункты, в том числе Чедерлунга, Вулканешты, Кангас, Бешалма и другие, могут быть включены в программу конгресса. Охватывающие и Кангас, и Бешалмо, и Чедерлунгу, и Вулканешты, и другие населенные пункты.